почти у цели. 4 года на хвосте у Аида, и мы взяли его помощника. Доктор был ключом ко всему. Значит, начнем сначала. Эти люди. Кто они? Вот кем вы меня считаете, а? Думаете, я крыса? Пошли вы! Думаю, ты будешь тем, кем я скажу тебе быть. Илона была одна такая. Раньше в спецназе, теперь в Атласе. Могла стать тебе другом. Или ужасным кошмаром. Угадать было нельзя. Мы знаем имена. Осталось узнать, где и когда будет встреча. Можете убить меня. Я уже мертв. Но раз уж ты попал на крючок... Пьер, прошу, работай со мной. Поможем друг другу. Все было кончено. Источник всего один. Данные проверены? Проверено. Аид встречается со своими спонсорами на Санторини через 24 часа. Мистер Айронс, существует протокол ввода войск в... На его совести 50 тысяч смертей, генерал. Мы входим. Операция на территории независимой страны? Без одобрения Конгресса это объявление войны. Атлас – международная частная компания. Нам Конгресс не нужен. Господа, готовы к работе? Мы готовы, сэр. Ждем команды. Высадить группу через 6 часов. Чей это приказ? Это мой приказ! Смотри на Аида, а не на меня. Клиент приближается. Отметь его. Давай, Митчелл. Сигнал отличный. Найдем клиента. Отслеживайте радиосигналы. Приблизь, чтобы рассмотреть. Так, ищите переговоры КВА. Это наш пропуск в их логово. Попробуй переключить камеру. Проверь его. Проверь его. Ответ отрицательный. Так, проверь-ка его. Это не КВА. Не совпадает. Дальше. Время на исходе. Мы его потеряем, Митчелл. Сигнал КВА совсем близко. Передача на частоте КВА. Это наш клиент. Это наш пропуск внутрь. Браво, пошел. Нет нужды напоминать о том, как важна наша миссия. Аид несет ответственность за ядерные удары, нанесенные 4 года назад. Уничтожив его, мы уничтожим всю сеть КВА. Ошибиться нельзя. Действуйте! Держим дистанцию, потом убираем его. Я займусь тем, что сзади. Не облажайтесь, девочки. Это частная территория. Вам нужно уйти.
Я ищу рынок. Похоже, я заблудилась. Это не здесь. Эй! Отлично. Приготовиться к бою. Магнитный ключ у Браво. Внимание, Альфа! Браво в точке Х. Вас понял. Тихо. Проверил. Выявляю снайперы цели. На позиции. Будут докладывать каждую четверть часа. В заколке есть место, которое с нашей точки не простреливается. Патруль. Убрать его. Поставьте на этот угол человека, чтобы прикрывал. Насчет периметра. Мы поставим на каждый уровень. Двое и на парковке. В следующей комнате. Здесь и здесь. Как только встреча закончится, бронированный джип и еще две машины выйдут из южного гаража и поедут через улицы к станции. Наверху. Этот мой. Все будут на месте да и вовремя, сэр. Вашей встрече никто не помешает. Надеюсь. Иначе спрошу с тебя лично. Понял. Аид, конец связи. Клади его. Пророк, дом зачищен. Теперь займемся конференц-центром. Бас понял, Браво. Альфа, переходите к фазе 2. Принято. Альфа загружает машину. Митчелл, надевай экзокостюм. Я соберу осу. Подкачаем кости. Пророк, оса готова к запуску. Вас понял. Жду осу. Займись дроном, Митчелл. Я буду прослушивать собрание у Ати. Оса в воздухе. 200 метров до цели. Приблизь конференц-зал. Так, вижу Аида. Вот бы его прямо сейчас убрать. Полегче, он. Грузовик Альфы уже у ворот. Альфа, назад. Первый гость на вечеринке, Асса. Подпусти охранников поближе, потом клади. Да все равно говорить не о чем. Альфа готова к броску. Митчелл, даю цель. Огонь по двум часовым. Заметили. Отменяем операцию. Повторяю, отмена операции. Альфа готов к броску. Митчелл, даю цель. Огонь по двум часовым. Внимание всем станциям. Похоже, Аид начинает встречу. Вас поняла, Пророк. Альфа, быстрее. Все интересное пропустим. Господь. У
убери двоих на верхней площадке. Убит. Чистая работа. Нужно убрать КВА от этой двери, чтобы у Альфа получилось войти. Вруби сигнализацию на машине. КВА перемещается. Оса, огонь по троим, которые идут к машине. Пусто! Чисто. Альфа движется с точки прорыва. Митчелл, следи за собранием. Возьми Аида на прицел, чтобы убрать его чисто. Всем командам, готовимся к прорыву. Аид, чётко по моей команде. Я всегда держу ее при себе. Это гарантия нашей безопасности. Свяжись с ним насчет следующей работы. У них есть два дня. Если... Митчелл, вниз по лестнице, в переулок. Надо отрезать Аиду путь. Внимание, Браво! КВА окружила вашу... Стреляй в него! Сюда! Пошли! Мы пройдем переулком и отрежем ему путь. Браво! Идет КВА! Не заденьте гражданское! Дорожник! Идите внутрь и не высовывайтесь! КВА прет изо всех щелей. Прорывайтесь вперед и постарайтесь отрезать Аида. Вас поняла.
ракеты! Сбивайте их! КВА идет подкрепление! Держись ближе ко мне! Всем, всем! Конвой Аида движется на юг! У нас контакт на колокольне! Торрес, повторите! Раненый! Раненый! Снайпер на колокольне! Черт! Снайпер нас засек! Кидаю дымовую! Пошли! Дым вечно висеть не будет! Прыгай, я прикрою! Пригнись! К окнам не подходи! Никто к окнам не подходит! Черт, мы тут как на ладони. Хочешь пойти первым или будешь вести огонь на подавление? Я его прижму! Пошел, Митчелл! Прикрой меня! Подавляющий огонь! Пошли! Не тормози! Пошли! Если мы будем на улице внизу, снайпер нас не достанет. Дроны КВА! В укрытие! Дроны сбиты! Пробивайся к снайперу! В ресторан! Через холл! Пророк, посмотри, что с Торосом. В него попали. Вас понял, Браво. Требуется медик. Найди Риверса! У него стингер! Дерьмо! Нам нужен этот стингер! Пошли! Там Риверс! На втором этаже! Нам нужен стингер! Я тебя прикрою! Мили от точки X. Вас поняла. Браво движется в точку X. Пошли. Помоги, Митчелл! Браво! Конвой Аида в 2 милях. Вас поняла. Идем на перехват. Туда! Там мы сможем устроить засаду. Вас поняла. Митчелл, ставь заряды. Найди укрытие. Жди моего сигнала. Давай! Браво, не расслабляться. Взять Аида любой ценой. На подавление. Медика, нам нужен медик.
Пробивайся вперед! Надо их подавить! Следи за грузовиком Аида. Мы почти на месте. Пророк, идем брать Аида! Вас понял. Внимание, пополнение КВА. Скорее, Митчелл, я прикрою! Митчелл, осторожно! Спасибо. Ладно, вытащим тебя отсюда. Подтверждаю, Аид убит. Повторяю, Аид убит. Он знает. Айронс знает. Что знает Айронс?